Дружище, я вижу по твоим глазам, что ты хотел стать когда-нибудь настоящим гладиатором. И вот она, настоящая возможность стать этим самым гладиатором. Ну а тем временем мы будем играть в игру «Домино». Давай-ка посмотрим, что же это за стратегия с элементом экшена. У нас с тобой находится в распоряжении для начала три таких дохлячка гладиатора. И давай-ка попробуем вначале его вооружить. Мы, во-первых, тренировочку ему начали уже делать. Щит даем, даем защиту самого интимного и самого, возможно, главного места. Ну и, конечно же, давай дадим ему меч. Вот такой меч даем. И, в принципе, первый гладиатор готов. Да, красавец, красавец. Этот гладиатор у нас уже с маленьким таким кортиком. Давай побольше что-нибудь дадим ему, чтобы посолиднее был. Здесь чуть ли, я не знаю, деревянный какой-то меч. Дадим что-нибудь покруче. И, в принципе, все. Давай-ка все-таки еще увеличим, раз у нас бабла много. А это оборудование начальное стоит не так дорого. То мы с тобой сейчас еще увеличим ему защиту причинных мест. Так, щит нормальный. Ну, давай получше щит дадим. Так, и в принципе все. В принципе все, пусть тренируется. Тренируется у нас с тобой, как ты видишь, в правом верхнем углу 2 дня есть. Так, мид-контроль. Мид-контроль, это означает, что мы сможем наконец-то сами управлять этими гладиаторами на поле боя. Так, ребята, смотри, получают и уровни, получают большее количество жизней, и нам наконец-то кидают вызов гладиаторы, смотри, под управлением искусственного интеллекта Декимус и Коминианус. Вот такие вот люди. Мы с тобой выбираем, значит, давай крутых гладиаторов. Вот этого выберем. И вот этого в крутом шлеме, как у петуха практически, да, хохолок и клюва только не видно. Все, мы выбрали с тобой 2 гладиаторов и поехали. Все. Смотри, какие зрители практически бушуют. Им требуется хлеба и зрелищ. И, смотри, а мы еще и привязаны. Мы еще и привязаны на какой-то привязи, да? Ну-ка. Мы с ними, как ты видишь, легко разобрались. Виктори, это означает победа. Победа. Если бы была не победа, ты бы это сразу понял уже. Мы молодцы, мы получаем еще одного дохлячка, как ты видишь. Мы его будем тренировать. И 116 золотых. Замечательно. Во-первых, надо подлечить. Хил. Так, давай посмотрим на дохлячка. Пока мы не можем никого больше выбрать. Здесь можно, ну, видишь, сетью выбрать товарища. И с гарпуном. С гарпуном. Вот. Ну, давай пока рыцаря. Пока нам недоступно ничего. Вооружим товарища. Нам с него уже деньги все-таки дали. Шлем дадим. Так. Причинное место закроем. Еще давай закроем. И, конечно же, дадим меч. Ну, не голыми же руками ему биться. Так, смотрим, кто нам еще у нас... Кого подхилить надо? Вот еще вот этого подхилить надо. И давай-ка с тобой, наверное, вот здесь, да? Да, купим с тобой... Сейчас скажу кого. Медикуса купим. Медикуса, то есть товарищ, который помогать будет там лечить. 34 золотых стоит. Все, мы его купили. Так, давай-ка ему ставим, чтобы автохилинг был. То есть он не так лечится, а это как бы еще больше помогает лечиться. Вот. Параметры, смотри, видишь, здесь есть параметры различные. Тоже, ну, защита, нападение, ум. Ум, видишь, на нуле вообще стоит. Ну, и так далее. Очень интересно, все. Да, игра, ну, к большому сожалению, на английском языке, но, в принципе, интуитивно понятная. Ничего здесь сложного в ней нет. Ну, в принципе, у нас все подлечились, да? Давай-ка выберем, может быть... А, во-первых, еще, да, вино нужно, яблоки и вода обычная. Мы, кстати, это вино и яблоки можем посылать вот этим вот замечательным людям. Давай... Отправим по вину. И тебе давай отправим. Так. И давай-ка, ну, в бой какой-нибудь. Может, там что-нибудь предложат. Один на один нам предлагают драться. Ну, давай посмотрим, сможем ли мы один на один с кем-нибудь подраться. Вот этого бы, конечно, нам скинуть. Он, кстати, стоит, видишь, его цена 318 золотых. Но он самый крутой, дружище, он самый крутой. Давай его и отправим в бой, пусть он нам заработает еще немножко. Арена поменьше. Ну, а для двоих людей-то, я думаю, арена большая и не нужна. Но с богом, как говорится. Ну, или с кем там? С Зевсом. Ой-ой-ой, я сам дерусь, а я драться не умею.
ё-моё, я победил. Я, кстати, даже в шоке, потому что в первый раз, ребята, на ваших глазах попытался драться на арене, сам дрался на арене. Хотя обычно искусственный интеллект отправлял, и вот так вот получалось. Но сейчас защита правая, да, клавиша мышки, левое нападение. Здесь еще подкат можно делать, но вот, честно говоря, я на это не пойду больше, наверное. Так, в левом верхнем углу ты видишь возможность отправить в Facebook и в Twitter, и, возможно, я позже этим воспользуюсь. Так, нам дали еще двух дохлячков, нам дали яблок и золото, как ты видишь. Как я и сказал тебе, все интуитивно понятно. Так, что мы тут делаем? Во-первых, давай-ка, пока время остановилось, до следующего боя. У нас до следующего боя 3 дня. Видишь, я 51 жизнь осталась. Ну, практически уничтожил я нашего главного, самого дорогого гладиатора. Так, новенького готовим. Новенького готовим. Давай-ка ему все выдадим. Оборудование, штанишки такие симпатичные. Вообще, какое умное лицо. Посмотри, какие глаза умные у человека. Я на него возлагаю огромные надежды. Так, обуви ему не надо, да? Они, судя по всему, дерутся босиком. Так, еще одного подготовим. Потому что иногда, знаешь, здесь стычки бывают. Там, не знаю, 10 на 10 и со львами. Мы не будем рисковать. Так что давай всех подготавливать в равной степени и вооружать. Потом, потому что сложнее все будет. Так, шлем. Ух ты, смотри, шлем. Как, не знаю, у Страшила или у Дровосека. Так. Ну, здесь тоже, давай, получше сделаем. Так, кто он? Все вооружены? Давай посмотрим. Вроде все вооружены у нас. Мы 171 золотой остался. Вина у нас немного. А между прочим, наши люди должны хорошо много пить вина. Давай купим винца. Все, вина максимум. Вода есть. Яблок хоть одним местом ешь. Так, а здесь, кстати, еще, видишь, супер есть всякие карты. Вот, например, вот эту карту. Нет, или вот эту. Вот, мы одну карту дали человеку. Я сильно не разбираюсь, что это такое. Так. Аймент Атак. Давай, тоже покупаем. И у нас остался один день до битвы. Сейчас какой-нибудь сюрприз обязательно будет. Так, о, товарищ у нас подхилился немножко. Блин, один на один. Я, честно говоря, не хочу. Не хочу. Как-то мне это не очень нравится. Так, и что, и все? Больше других нет вариантов, что ли? Нет, других вариантов нет. 7 дней до битвы. Что-то один на один. Мне что-то пока не получилось. Надо будет попозже, когда будет большой бой и будет народ дофига. Я обязательно сейчас еще раз попробую один на один. Кстати, что у нас здесь еще есть? Можем другие территории, видишь, гастролировать, так сказать. По сути же, это что такое? Это было зрелище. Это вместо цирка, возможно, вместо, возможно, какого-то театрального представления. Вот люди смотрели, как другие рабы друг друга мочат. 161 у нас золотой есть. Давай что-нибудь пощу купим. Что у нас? Вот этого щита, например, нет, да? Давай щиты им всем купим, подарим людям щиты. Так. Все, у всех теперь щиты есть. Вот это самый крутой, конечно, товарищ. Я его вот в первую очередь буду всегда вперед толкать. Так, вот. И смотри, опять против 4 нам разрешают всего одного выкинуть. Это значит, давай-ка все-таки отправим вина. Вина человеку отправим. Потому что им тоже не нравится, видишь. А мы им вина еще. Вот этому еще два вина отправим. Мне не жалко человеку вина, и еще давай. Пусть он вино попьет. Может, подобреет и будет нам ставки делать как-нибудь получше. Мы как бы людям делаем добро, и они нам тоже добро возвращаются. Так, и давай что-нибудь еще построим, наверное. Сейчас посмотрим, что здесь можно построить. Так, это у нас агент. Кстати, агента может, вот я думаю, купить, а? Давай-ка агента купим. И архитектора купим еще. Нам нужно строить специально тренажеры. Так, стратегер, организовать матч. Ну, спасибо тебе большое, дружище, не надо мне организовывать такие матчи, мне не нужны. Палус купим. Палус, это как раз, не ошибаюсь, вот какой-то тренажер такой специальный. Сейчас посмотрим, кстати, вообще достроит его. Все, видишь? Все, он построил тут эту хрень и человека вот сюда вот. Он сейчас, в теории, должен сейчас с ним драться, я так предполагаю. Дерись давай! Дерись, сказал. Ну, что-то, не знаю, там шагает. Наверное, тоже что-то очень крутое. Так, что у нас с
2 на 2. Вот 2 на 2. Я понимаю, хороший бой. Сейчас я вот этого товарища с хохолком петушиным. И давай еще кого-нибудь сейчас подберем. Это все копейки стоят. А вот это 137 золотых, между прочим, стоит. Давай и его тоже. Так, управлять я буду вот этим петушиным товарищем. Поехали, дружище. Опять маленькая арена у нас. Ну, сейчас сделаем. Сделаем мы это дело. Вперед. Гладиаторский бой. Опаньки. Ты видел? Нас с одного удара вынесли просто. Это означает, что мы как-то не докачались пока, не докачались. Надо еще немножко подкачаться ребятам. Я не знаю даже, да, и денег-то нет, ты понимаешь, в чем дело-то. И мы потратили все. Ну, мы ждем очередной битвы. Деваться некуда, ребята, давайте, давайте, тренируйтесь, друзья мои, тренируйтесь, деваться некуда. Или мы, или они. Опять два человека, так, опять берем самых мощных наших товарища. И вперед. И с одного удара нас вынесли просто. По мордасам нам дали, и лежим мы уже. Вперед. О, ну здесь мы хоть не умерли. Мы не умерли, дружище, мы выиграли даже их, ты представляешь? Я даже успел пару раз нанести удар. Это, между прочим, очень круто. Нам дали 116 золотых, а это означает, что мы сейчас от голода не помрем. Так, давай лечиться. Так, мы практически, кстати, были, да, в конце уже. Нас почти уже прикончили, скажем так. Так, давай-ка посмотрим, что мы тут можем. Давай вот этому латы купим. Этому купим. Так, нашим самым крутым давай посмотрим, что можно купить. Ну, давай щит купим. Здесь латы купим получше. Все-таки они у нас ведущие, да? Ведущие убийцы. Так, здесь все хорошо. Второму победителю, опытному. Давай тоже посмотрим, может, что-нибудь прикупим. Ну, давай еще вот латы увеличим ему на ногах. И вот эти вот латы тоже купим. Нормально все. Все, ждем следующего боя. Ребята лечатся. Так, ты чё стоишь? Давай, тренируй, вот этим тренируй давай. Все интуитивно понятно, но английский язык знать надо. Здесь уж, понимаешь, без английского и ни туды, и ни сюды. Так, 4 дня осталось, наш почти подлечились уже. Чё случилось? Так, а, воды нет, ты представляешь, воды нет. Чё ж я без воды-то, ребят, оставляю? Пейте, пейте, ребята, пейте водичку, пейте. 2 дня осталось. А мы должны сейчас всех победить. Всех поставить на колени. Так, все, мы все подлечились. 1 на 1. Ну, давай 1 на 1, ладно, че. Мне не жалко. Попробуем сейчас 1 на 1. Я его прокачал. Я умею правую зажимать, левую зажимать. Сейчас будем пытаться драться. Ух ты, смотри, он щит мой пробил даже. Вот такая вот нелегкая судьба у гладиатора, дружище. На этом все. Я тебе показал игру Домина. Это такая стратегия, полустратегия, да, полуэкшн игра с артпиксельной графикой. До новых встреч. Пока.